Пешочком. Мне сказал, нельзя так пугать людей. Ну вот и не пугай своим присутствием. Нефиг тут валяться. О, мачете. Нифига себе у него урон. Пить. И уровень 18. Что-то как-то уровень большого. Тут есть что полезное. Да, я его не возьму, да? Ну, сейчас вряд ли ты его возьмешь. У меня на следующем уровне можно будет взять. Который, кстати, сейчас уже должен быть. Через пару зомби. Сто метров. 10 уровня. Куда бежишь, нам уже вроде не знаю. Направо. А какая разница? У меня маркер, ну, в смысле, указатель пути пропал. Мне ну здесь я бегал, здесь типа бункера. Ну вот там сюда и надо. Когда зайти не смог. Ну может сейчас и зайдем. Не, я вот сюда думал. А, не, ну куда-то дальше. Да и здесь я бегал. Так, о, катсценка. А, все четверо, почему? Ну это а... та, все катсценки так сделаны. Зомби! А чё они не нападают? А хрен его знает. Может потому что мы черные? Ну, в смысле? Да я не совсем черный. Ну ничего, загорелый. Осторожно! Ой-ой-ой, что-то там взорвалось. Там какие-то очень здоровый, наверное, тип. А, чувак, который взрывается. Я такого помню. Надо его на расстоянии убивать. Либо ударить и отскочить. Но лучше на расстоянии его мочить. Кидаться там в него что-то или еще что-то. А он сразу взрывается или как? Не, там задержка. Ну сейчас попробуем. И все, отходи. Вот и все. Такой страшный. Один скелет остался. Лошара. Худой как палка. Вот это вот более нормальное представление, да? Зомби. А, тут еще... больной какой-то. Нормально. Лежать. Проверка. Деньги. Все, миссия пройдена. Ведерко. Нужно тебе ведерко? Надо нам взять его, можно? Жалко, нет. Весло только взять нужно. Которое бесполезное уже. Нам куда-то сюда. Здесь тут даже дорожку из камней выложили. Кто это? Это нормально. О, тут живой какой-то пацан. Я же говорю, нормальный. Николай! Суровый русский мужик Николай на острове Бануи. Очки у него классные, конечно. Да, как у Григория Лепса. Нифига подобного. Надо выбираться отсюда, друзья. Ну, похоже. Скоро нет. Это место будет кишеть этими тварями. Ты поговори мне здесь. О, тут что-то украсть можно. Серп, забираем. 300 урона. Нифига себе. 315. Сейчас я посмотрю, кстати. Если мы доберемся до бункера... Я гарантирую, что помогу вам убраться с этого проклятого острова. Слушай, твоя гарантия сзади горит. О. А, он 18 левела. Понятно. Качайся. Короче, пошли за Николаем. Ща. Не, 17-го, норм. Куда это вы с Николаем? Жаль. Слушай, у него есть больше одной реплики? Охеренный отпуск. А, тут зомби. Тут зомби проснулись. Они 18 уровня. Да? Ну я даже не знаю, что с ними делать. Можешь их всех сжечь нахер. У меня есть коктейль молотов. А ну стой. Ну не, ну так же неинтересно. Ну как неинтересно, норм. Ты меня подпалил. А этот придурок горит. А он не умрет? Мне тоже интересно. Да не, у него урон по 180. Не, видимо, он умереть может. А как так он умер? Он что, придурок? А где он? А, не, спасибо, я больше слушать твои бреди не хочу. А коктейль молотов? У меня коктейль молотов забрали, ублюдки. Ну, у меня есть повеселее штука. Граната? Да. Беги, кидай, беги, кидай сразу. Сейчас, подожди, я хочу... Так, а во-первых, я она. Ну, во-вторых, сразу ее кидай, потому что это придурок... А, все, он уже пришел. Так она нормально, она не без, относительно безопасна. Ну, посмотрим. Ну, если что, у него чуть-чуть жизни останется. Я не знаю... О, этот придурок хоть отбегает. О, 200. Не, урон хорошо пошел.
Короче, она постоянно у них жизни отнимает. Ну, она почти всех добила. Так, о, у меня уровень, кстати. Задание завершено, запах апокалипсиса. Не знаю, за что мне его дали, ну ладно. Так, где-то улучшение навыков. Хер побежал уже вперед. Увеличить урон от модифицированного оружия. Вот это пригодится. Он очень парагально убегает. Я заметил, как будто обосрался. И они испортили отпуск. И? Сзади, наверное, как обычно. А, да, придурки бегут. Блин, я промазал. Так они 14-го левела дохнут. Так они тупо на него нападают. А надо его спасти, я понял. Наверное, да. Я его защитить не могу, он где-то не... Там где-то в кустах. Вообще не пойму. Да блин, отойдите. С кустов, выйдите. Да я не вижу никого, я не могу никого атаковать. Да я тоже. Да, ой, я кого-то ударил. О, я кого-то тоже ударил. Я кого-то убил вроде, мясо. О, лянь. Ножи. Ножи у них. Ножи ныряльщика, ой, как полезно. Я лучше мясо заберу у него из ноги. А ему, кажется, херово стало, тебе не кажется? В смысле, там такое есть. Не, ну в смысле, у него иконка какая-то красная сверху стала. Может, на него нападают, я не знаю. Я тоже заранее убегу, чтобы на него не нападали. Да, этот придурок может по-легкому слиться. Да, здесь двери уже открылись. Кто же их открыл? Блин, тут так светло. Тут дубинка хорошая валяется. Тут так светло, как будто бы здесь открытое небо. Иди в жопу. Иди возьми дубинку. Ди-ди-ди-ди-ди, ага. А, ну она херовая, ну ладно. О, айди. Пропуск 007. А что такое, ля? 007? Джеймс Бонд, что ли, тут бегает? В люк прыгай. Какой нахрен люк? Внизу там, с левой стороны. Канализация? Нам, кстати, я череп подобрал какой-то. Нам с этим пацаном поговорить надо. С каким? Ну, с Николаем. Ну, поговори. Он дал самодельное мачете с уроном 300 и нужен уровень 18. Нехило. Самое интересное, что я нажал опять вниз и оказался вверху. Мачету? О, берем. Мачете я люблю. 306. Мне нужно, чтобы вы сходили в город, нашли мой ресторан, кафе Киев. Кафе Киев. И попросили Сергея отдать вам спутниковый телефон. Принесите его мне. Как можно ж таких придумывать, ну? Да вот я тоже не знаю, дебилизм какой-то. Ну ладно, дадут 3000 опыта, сложность очень сложно. Внизу возьми молоток. Какой молоток? Ну внизу в канализацию спусти, там молоток неплохой валяется. Канализация? Черепашки ниндзя? Ой, это тут зомби, который сейчас взорвется. Меня не было, когда я спускался. Да тут зомби, он взорвался и все. Тут вода. Странно, когда я был, там не было никого. Тут еще вода валяется. Молоток. Варварский серп нашел, ого. Не, молоток говно. Говно, ну 155 что-то такое там. Ну, говно. Требуется ранг 3, ничего себе. Ра! Вот, блин, ты где там? Да я вышел. Где я тебя не вижу? Я не знаю, где-то за 130 метров я вышел. Где это вообще? А я в другой стороне вышел. Окей. Как ты умудрился там выйти? Я не знаю. Я просто шел дальше. В люк, что ли, или как? Ладно. Да сам не знаю. В люк прыгнул вроде. Так возвращайся. Возвращаюсь. Ты не в тот люк прыгнул. То что, еще где-то есть люки? Да, там два люка. Причем внизу, а не вверху. Ладно, насрать. Прыгаешь вниз, а оказываешься вверху. Немножко нелогично. Очень нелогично. Так, я смотрю, что у меня тут в инвентарёчке есть. Так, что у нас там по заданиям? Возвращайтесь к Синамою. Тут есть... Ну, короче, побежали к Синамою, типа. Телепорт... С маяка телепортнемся. Эх, красотища-то какая, одни зомби. Нет, стоп, нам надо на маяк.
Вот, но это немного назад надо вернуться, считай, я не туда побежал, ну ладно. У меня ярость полная. Да у меня тоже. Некуда только использовать. Что-то, блин, негр быстро выдыхается. Вы же должны быть выносливыми, типа, как бы. А, вверх они плохо бегут. Вверх они очень плохо бегут. Вообще не бежит. Да вообще как-то, да. Очень-очень туго. Блин, я в кустах застрял. Так, чувак, у меня есть для тебя что-нибудь продать. Например, такое дерьмецо. Так, где у нас тут телепорт? Наверху? Все как всегда. Или нет, подожди. Где карта? А, вот карта, нашел. Где? Да прямо возле входа. Так, спасательная башня. Иди сюда, к выходу. А, вот это маленькая? Да. Видишь, меня подключивает. Я боком хожу, да? Не знаю. Я ничего не делаю, просто хожу. На все кнопки понажимать, тогда это пройдет. Так, Исина мой. Иди домой. Сейчас важно все, что поможет продержаться. Модификация шок. Это мощная машина, но ее нужно бронировать и превратить в... Бронировать какую-то машину надо, ну окей. Окей. Че дальше? Поглотина моя. Погнали тогда. Какие там задания? Да там дофигища. Фургон обреченных. Надо его... Поговорите, короче, апгрейдить. С механиком надо поговорить. А что за модификация? Куда эту модификацию вставить можно? Да не вставить. С помощью этой модификации можно типа, что-то создавать. Можно да, да, да. Давай сейчас посмотрим, что можем создать. О, я могу сделать. Нужно мачете, изоленты, два штуки провода, два штуки и две батареи. И я могу сделать. Ну вот и сделаем. Так, и что это у нас по... Прикольно. Выглядит прикольно, по крайней мере. А мы можем любую выбрать из острых предметов? Там написано, какие мы можем выбрать. Ну, у меня почти все могу выбрать. Ну, вот, значит, почти все. Так, где механик у нас тут? Я выбираю самое дорогое. По цене определяю качество. А где механик? А, ну надо в машину сесть и оттарабанить эту машину. Ща, подожди меня-то. Нам эту машину надо хер знак куда оттарабанить. Давай, поехали. Да подожди, сейчас поедем. Надо ж... Вначале все, чтобы классно было. Все по фэншую. По фэншую. Починить бриллианты, надо их продать, наверное. Продай. Тоже продавать все. Да у меня 8000 почти денег, я даже не знаю, куда мне их тратить. На модернизацию. Я вот только что потратил 3000 на модернизацию. Кстати, да. Кстати, 10000 у меня. Кстати, да, ты мне дал хорошую идею, пойду я помодернизирую. А у меня 10000, откуда, вообще не знаю. Ну продаем, наверное, всякую херню, берем за задание, например. Так, самодельная мачете шок надо починить. Вот я починил и модернизировал. Неплохо выглядит теперь. Сейчас. Искры более крутые. Теперь искры... Больше искр стало, да? Правда, да. Тю. Так, ну и все. Мачете шок я модифицировал. Теперь у него урон... 321 урон у мачете шок. У меня 313 плюс 160.
Ну, у меня место, я вместо мачете, я, короче, серп получал, у меня просто он дороже был. А. Погнали. Пип-пип. А, можно? Нет, кстати. Или можешь, можно, я не знаю, кнопку. Ну, G попробуй. Блин, нет. Не работает, я нажал на F и вышел, сейчас. На G. Да не работает. Ну ладно, я G, H, там, R, T, Q, E, не, не работает. А, левое, правое. Не, не работает, вообще ничего здесь нет в машине. Здесь хоть радио есть? А, не, радио вроде есть. Жалко, нельзя включить. Блин, нифига не видно, куда ехать. Я смотрю на педальки. Ну, это очень увлекательно. Ну, что тут потолок однообразный, что у нас сзади? Ну, сиденья неплохие такие. Кожаные, да? Ну, не знаю, блестят. 14 опыта. 32 опыта. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, неуправляемое говно. Да, нападают. Да они вообще отчаянные. На бульдозеры ломятся. О, дави этих. Просто, ну как, куда ты едешь? Ой, блин, а мне туда маркер показывал. Нет, парень, с вами знакомиться не... Сейчас, задний ход, погодьте. Да что такое? Я встал, какой тип. 17 опыта. Да мне просто туда показывают маркер, я даже не знаю почему. А вот теперь нормально показывает. Вот сюда. Блин. Блин, этой машине вообще никуда не проедешь. Ужас, а не управление. Да ты просто не умеешь водить. Да все нормально, мне лицензию в вождении бабушка давала. Чья? Генена. А, ну ладно. Тогда ладно, да? Да-да-да. Так, стоп, вроде приехали, стоп. Фулл стоп. Уже проехали. Да, так вот, уничтожьте нежить в мастерской. Да тут еще нежить в мастерской надо убить. А, ну, машиной? Ну, я не знаю, попробуй машиной. Нормально вроде получилось. Можно... Ну, человек мне опыт не идет. Можно... Да нет, давай слезем, так неинтересно. Да, я согласен. Ну еще не сзади откуда-то ломятся или нет? О, баллончик. Нет. Подожди, подожди. Ай, меня сзади бьют. Сзади, 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 сука. Охренели, вообще ошалевшая. Иди нахрен ты. Ой, я устал. Вообще ошалели, козлы. Я там баллончик им бросил. Ну, правда, наверное, он не нужен. Да я там коктейль бросил, и им стало все хорошо. Готовься. Да, тут игроки. Б, нажмите Б, чтобы переместиться в группе. Готовься. А, нет, тут как бы норм. Ну ладно, на. Держи! А где баллон, который я кинул? Подожди. Под машиной? Женщина какая-то. Козлы. Я ж баллон сюда закинул, где он? Они ничего не могут с этим поделать. Они просто на полу. А, этого чувака укусили. Так его убить надо? Не знаю. Выживать сильнейший, защищайте мастерскую, пока механик работает. Сложность сложная, награда 3400 опыта. Где мой баллон? Не знаю. Пособирай тут деньги, всякое говно. Тут еда была, которой уже нет, я вижу, да? Не, вот, я оставил тут и один баллончик. Да нафиг мне баллончик, еда где? А, напиток. Напиток. Ну, напиток пойдет еще. Ему плохо. Так, подожди, я вот сюда баллон положу, наверное, где ты там? Где, сейчас, где-то у меня еще аптечки есть. Так что... Блин, да чё? А его можно аккуратно поставить? Не знаю, вряд ли. Тут ещё есть баллончик. Ты уже щелкнул? Блин, да что за хрень? О. Вот идея. Путим. Ты что, наверх полез? Да. О, ну и правильно. Апокалипсис зомби. Типа да, надо повыше залазить. Хотя у меня рейдж есть, можно их перегасить всех. Тут вообще интересная, кстати, карта, я смотрю. Ля, они по кругу бегают, идиоты. А, они пытаются на крышу залезть. И залезают. Залезают? Да, но я их скидываю, и они смешно очень... Парень, падай. Я тоже скидываю, так забавно. Да блин, я устал.
Ой, ты умерла. Тут этих баллончиков дофига просто. Но они ломятся и ломятся. Ну где они? Там где-то слева бегут. Ой, ёб твою мать! Ты что делаешь? Я не знаю, я ударил баллончик. Сдурел что ли? Наверное, зря. Наверное! $304 по... А, ну хотя насрать. Ой, да ты... А давай теперь я баллончик жахну. Так он так на шпагатике пролетел еще. Крыша была веселая. Ля, там у него аж мозги немножечко прожглись. Ты же выкинул ее? Нет. Прикольно. Джабанима! Да пошли наверх, сверху их смешнее скидывать. Там мне так прикольно им головы отсекать. Где они вообще? Не знаю, бегут где-то там, наверное. Вон, справа бегут. О-хо-хо-хо! Тут головами просто играть можно в футбол. Из трусов доставать деньги. Блин, жалко, голову буцать нельзя. О, все, готово вроде. Подходи. Все? Очень сложно. Что тут валяется? Мясо валяется. Нормально. Готово. Готово, готово. Сойдет? Теперь она крутая, да? Типа? Теперь она с решетками. Круто! Теперь мы еще меньше будем видеть на дороге. Но на колесах шипы, ну не должны же быть. Нет, нихера. Я говорю, теперь они на лобовые стекла поставили решетки, теперь мы в два раза меньше будем что-то видеть. Моя дочь не останется здесь. О, драма какая. Срать. Неинтересно, я не могу пропусти. Нет! Я жду, что ты пропустил. Нет! Ожидайте других игроков для пропуска. Я хочу посмотреть ролик! Он такой эмоциональный! Прости, друг, но нет. Давай. Щелкай дальше. Вот это же ведь нужно. Тогда давайте меняться. Папа, что ты говоришь? Я никуда не пойду. Я никуда не пойду. Дорогая, милая, послушай меня. Ты должна. Ты должна. Тебя уже ничто не держит. Я не брошу тебя. Какая драма, кошмар. Ой, мне звонят. Класс. И хочу, чтобы ты запомнила меня таким. Таким, бородатым. Скажите мне, чтобы заботитесь о ней. Она пойдет с нами. Папа, нет! Папа! Держись, дочка. И не теряй надежду. Живи дальше. Держись, дочка, не теряй надежду, держи. Это глупый ролик. Ну и ты что там, скоро? Тренировки это все. Ты становишься лучше. Я знаю. И что нам надо сделать? Поговорить с женщиной? Я не знаю. О, этой бабе можно дать что-то, и она типа в хранилище это положит. На и тебе дать? На тебе бриллианты. Только попробуй их просрать, убью. И куда пойдем? А чё она на водительское садится? Пошла вон отсюда, я здесь сижу. Убирайся. Садись на заднее. Да сел. Где, я тебя не вижу? Сзади. А, ну ладно. Так, подожди, у меня уровень. А у меня. И у меня, кстати. Так, при разрублении голов противников тупым оружием генерируется дополнительный гнев. Нормально. Ой, главное на эту хрень не наехать, наверное. А то она может взорвется. Так, кстати, поугараем. Кстати, куда ехать? Ага. В город, мне кажется, едем. Ну, наконец-то, сейчас доедем до города и тогда уже завершим серию, которая уже, мне кажется, длинная получается. Наверное, полчаса уже бегаем мы тут. Привет, пацаны. Как дела? Блин, из-за решетки действительно в два раза меньше обзора стало. Ни хрена не видно. То и так не было нифига видно. Не видно, в смысле. О, открытое достижение — поездка. Прикольно. Ой-ой-ой. Бля, я уже приловчился этим. Ты какая штука? Болидом управлять. Или нет? Черт. Тут поворот? А, ну да, правильно. Просто неправильно. Если ты видел, что я вижу, то вообще. Маркер не показывает. Ты видишь водительское сиденье?
Да нет, я вижу просто решетки, но очень страшно. Как будто в тюрьме, да? Заперли. Если бы они хотя бы внутрь влазили, там, не знаю, стекла разбивали, то, может быть, и был смысл эти вот решетки ставить. Ну, вряд ли они будут внутрь залазить, я тебе так скажу. А тут уровень сложности есть? Вроде бы, да. Так надо на максимум ставить. Я не знаю, где ты его тут ставить. Сейчас доедем до перехода, я на паузу поставлю, ну, в смысле, в менюшку зайду и посмотрю, может, там можно. Или тут нет уровня сложности, я не знаю. Если он и есть, то можно на сложный поставить. Ну, в принципе, мы и так уже умирали не раз. Так что считай, что это не так уж так легко. Так веселее будет. Акт 2. И прикинь, мы только до второго акта дошли. Что за хрень? А сколько их? 2? Не знаю, может 5-6. Открытое достижение. Ад в раю. Ну, прикольно. Ясно, понятно. Ачивки. Дзынь. Неумирающая классика. Сражайся. Дань, ты водить не умеешь. Посмотри на себя, как ты ведешь. Да нормально я веду, видишь. Никуда не врезаюсь. Цариков, что ли? Даля, как аж дрифтую там, прям мяу. По мусору всякому. Нормально. Цариков. Нахрена они сигнали, сейчас же зомби прибегут. А, ну окей. Да, это твой друг? Не, я таких не приглашал. Ну он тоже негр. Это он просто загорел. Так, кстати, на нем еще маска. Этот... С Бэтмена. С Бэтмена, да, этот, как его там чувака звали? Бэйн. Так, я хочу посмотреть уровень сложности. Его убить надо? Ну, наверное. Так, игра. А как сюда зайти? Я зашел. Да тут вроде нет уровня сложности, значит... У него, кстати, у него 20-й левел, и он лбом толкается. А он очень злой? Да, и он урон половину нанес только от лобовой атаки, что если он развяжется? А, ну толкать его не лучшая идея, наверное. Стоп. А ну иди сюда. Ой-ой-ой, козлина, мой рейдж. Ну блин, сейчас я просру. Нет! Просрал. А как отхиляться? Да я уйду, Все, сиди там. Сейчас я птичку жахну, подожди, чего. А я тоже, но я не знаю как ее. Хорошо-то как. Еще одно. Хорошо-то как. А, она в руки. Так, я захожу. Беру электрическую штуку. Оп-оп-оп-оп-оп. Ай, иди в задницу, задницу. Где да, я? Да, блин. Где я? Ох, козел, он как-то боком даже бьет. Вот так вот он. Блин, а он мощный, скотина. Был мощный. Ну да, был. Я включил ярости. И он перестал быть мощным. У меня до сих пор ярость. Так, хавай тут еду. Мне только что дали 1500. Оп, это. Нормально. Тут, кстати, вот была канистра. Можно было ее использовать. Так, заходи. Поговорите с матерью Еленой. О, господи. Это наверху она стоит? Не знаю. Ну, короче, я предлагаю дверь закрыть на всякий случай. Тут какие-то праведные ребята. Спасатель сказал, что ты идешь. А ты где? Вот она. Хорошая монашка. Заперся на колокольне. Пожалуйста, помогите нам остановить этот звон. Они взывают к ученикам дьявола. Ничего, поролись. Давай, подходи сюда. Тут кого-то убить надо. Кого? Не знаю, того, кто звонит там. Кто звонит? Нет, тут... Да! Нахрена я яблочки ел? Козел! Мои $407, сука! А, зато жизни полная. Ой, отстань. А, это большой? Окей. Ой, он мне напнул мне. Нападал? Да. У меня во время ярости, по-моему, не тратится это. Лежать. Подожди. Ключ от колокольни. Ай. Мне теперь тоже можно черепа давить, но я не знаю как. Наверное, нельзя, это только я умею делать. Модификатор токсин открыл.
А ну-ка, подожди. Подожди-ка. Ну все, типа, задание выполнено, можно заканчивать запись. Чтобы растоптать врага, прицельтесь точно в голову лежащего, нажмите Е. Чтобы провести следующую атаку, сразу вслед за точной атакой нажмите левую кнопку мыши снова. Да, у меня такое есть. Вы спасли нас. Эти демоны чуть было не прорвались в церковь. А как, два раза подряд, что ли, нажать или что? Да нет, просто когда противника ложишь на пол, ну, в смысле, сталкиваешь, то... А нет, там просто несколько раз нужно. Что она дает? Я не посмотрел. Какую-то палку повреждающую. Классную? Не особо.